Начали! Итак, всем здорово! Я продолжаю проходить Resident Evil 4, это уже серия 9. Продолжаем фигачиться по миру Resident Evil 4. Мы уже с этой дурой Эшли гуляли. Дойдем, сволочи, мы до Луиса, и будет ржачный ролик, как всегда. Все, нас уже не лагает, как мы избавили... Денис! А, какой-то дебил! Ты жив! Самое главное, что я записываю серию для Пашенди, а он сам тут есть. Всем привет, у меня Алексей. Может, и не слышно, это что? Так, у меня мало хелса, нужно их только пополнить. Так, какой-то дебил бежит. Да куда ты бьешь? Ну вот ты будешь огнем своим пулять, тупым. Иди нафиг, иди в укрытие. Иди в укрытие, я сказал. На, нафиг прям. Блин, Эшли! Ты охренел! Ничего страшного не будет, не волнуйся. Я эту дуру сейчас убью. Но я не про Эшли. Ё! У неё Лас Плагас. Вот, это везде. В беде пошёл. В беде. Деревня, драчь. Ты сказал? Так, на то, чтобы сбивать ножом, нету времени. Так, берем их. Блин, бежим! Нас атакуют волки позорные. О, фиг ты ёб, я думаю, тебе... Блин, что такое? Хантер, школьник. Тихо. На, нафиг, видишь, я попал в него, видишь, ты уже не попал. Видишь, лучше не рисковать. Ё-моё, у меня аптечек нет. Я покойник. Ну, я лучше не рисковать. Пусть я же ничего не учу. Ты Эшли. Тупая, блин. Так, сейчас нам нужно попытаться от этих дебилов убежать. Блин, у меня их целых двое. Ну, когда у тебя жизни было нормальной, аптечки были. Я вообще играю без прокачки, играю оружие вообще. О, убил одного. Убил двоих. Давайте мне траву. Траву давай. Хорошо. Кто, кстати, меня стрелял? Нет, у меня вопрос. Ну да пофиг. Да. Давай, сбиваем. Короче, наконец-то в первой серии присутствует Пашенди мальчик. Так. Я здесь! Не, знаешь, тебя нету. А, водку урод кидал. Точно. Сейчас мы его оттоперим хорошенько. Гори на Симбу. Ну, хорошенечко оттоперим. Так, возьмем. Ну, а нафиг. На. Нет, траву мне дайте, пожалуйста, у меня хелсов мало. Я не хочу перед Пашком опозориться и проиграть. Дайте траву, да, трава. Ты... Трава, я сказал. Такие нафиг патроны, мне их дохренища. Давайте мне траву, быстро траву. Сейчас, если тут не поет собачонок, если в этом бочонке не будет раз, создатели крылов. Я сказал. А, нет, не лох, так уж и быть. Нет, лох, у меня плохо пополнила жизнь. Некоторые считают, что я картавый. Ладно, я шучу. Серьезно, ты всю жизнь картавый. Ну, я картавый. Я шучу. А вы сами не будете дрыщи. Да, я шучу. Я же не спанга, даже так говорить. Ты, блин, какие патроны? Какие нафиг патроны? Ладно. Не понял. Чё, дурак? Такой никогда не было загрузки стран. Загрузка? Локация. Ладно, собью одну. Тогда хочется их сбить. Так, сейчас мы попали в какую-то фигню. Так. Сейчас спрыгиваемся. Нам, в принципе, сейчас сюда и надо. Иди ты нафиг. Да. Раз, два, три. Чёрт,
Привет, с вами Алексей, пускай выходите, МЦД. Это бред какой-то, выключи, я то я видео удалю только из этого бреда. Да ладно. МЦД какую-то фигню будет, хотя бы скачал на PlayStation. Ребят, я же с ума, правильно? Слушай, если сейчас будешь что-то делать, я сейчас, блин, вообще, блин, тебя выгоню. Да ладно. Сын там, пошел, будешь, смотри на меня здесь. Проходи, короче, МЦД, ты ебаный. Он тебя послал, пошел. Пошел, Глушев, скажи, что Кирилл Дивот. Да я думал, ты скажешь, что Кирилл Лох, скажи. Немножко не угадал то слово. Кирилл Лох. Слышь? А я кое-чего забыл. Ты нафига я вообще с ней пошел? И надо было вообще ее в сундуке оставить, потому что ее вообще не тронули. Не в сундуке, а в... Блин, я забыл. Помоги, короче. Не, в сундуке, все правильно. В сундуке. Так, ну сейчас у нас скоро будет такая очень жачная озвучка, хотя когда мы сейчас осмотрим, но никакой озвучки не будет жачной. То есть это у тебя же полный бред. А, левел. Ты блин, да что в этой тупой коробке? Какой-то. Дайте мне посмотреть, что в этой коробке я тут сейчас спрыгну зря, блин, по 100 раз. А там ничего нет. Нету? Да ладно. Идите посмотрим. Вот я хотел сбить проверить, но мало ли спрыгать по 100 раз сюда. Если будет хардкорный момент здесь, если вы сняли. Ну так я. И озвучка-то тоже будет. Там-то вообще такая будет запись. Для этого есть впереди продавец. Какие вы аптечки купили. Естественно. А мне их нет, мне надо покупать, ты чё? Санта, блин. Открывайся ты уже, чучка. Так. А вот и продавец, которого я могу легко убить. Я уже говорил, но... Ну нет, я не буду его убивать. Welcome. Ты куда я пошёл? Welcome. Хватит говорить. Я снизу знаю. Из Ролл Трэнджа. Thank you. Thank you. Маска. Блин, это один камень. Из Ролл Трэнджа. Thank you. Так, этот маузер полный бред. Так, погоди. Так, теперь про апгрейд что-нибудь. А, у нас нечего. Слабак. Нечего апгрейдить. Потому что если это есть, то... Джекпот! Ну выключи этот бред. Ну пофиг, все сейчас будет озвучка, и я выключу этот звук. Все. Иди. Так, слушаем. Леон, ты дрочишь? Ну, иногда, что? Пошел плохо. Хоть сейчас будет новый ролик, хоть пошел какой-нибудь будет тут на машине ехать в моей квартире, но это слышно не будет, будет слышно только... Звука. Типа в GTA будет только сейчас слышен. И геймер ченел. Все. А, слушай, еще запись не надо. Надо. Не надо, джекпот играть надо. Это прямая атака, видимо. Блять, да вы заебали АФК. А, нет. Сори, не знал. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Алексей, и, как говорится, кто рано встает, тому Бог дает. А кто, помимо того, что уделяют свое время... Надо же, на удивление, наш макаронник Рейбачино отреагировал на провал со сделкой в миллионы более-менее нормально. Я, честно говоря, ожидал от него бурной реакции, что... Которые угрожают миру. Но этого не было. Странно. Бля, пельмени слиплись, сука! Бля!
Хотя, в общем-то, реагировать наш итальянец стал моментально, и месть его не заставила себя ждать. Первый, кто станет ее жертвой... Я ничего не вижу. Сами небось дрыщи ебаные. С вами был я, Алексей, и мой канал НКО Василиум. Всем удачи и хорошего дня. Начинаем. Это был самый жвачный ролик в мире. Жвачный, ничего не говори. Нет, мы когда мы туда будем сходить, уже говорят будут. И за что надо делать, короче. Моя тактика. Ну, конечно, сейчас она может не сработать, из-за того, что у меня мало хп, сам начать. Нифига никакие ящики не двигают, хотя нет, двигают. Идиот. Двига, конечно. Потому что я знаю, что я полный лоб, дрыщ, такой. Жирный дрыщ, бомж. Пикадилья, какой это фиг Пикадилья, блин. Это был такой сложный момент. А, трава, можно с ней использовать. Отлично. Все, мы тут все нафиг собрали, теперь ждем их вот здесь. Так, вот дальше совет. Ну, пускай им классируем сам разбирается, а с МГТ будет тут докаться. Все. Они снова сюда идти. Нет, не надо! Крипер, не надо! Блин, нафига? Нафиг. А, раз их преследуют. А, не надо. Крипер, не надо. Сотни. Я думаю, я успею. Хотя бы дали бы мне, не знаю, что-нибудь. Будем использовать... Но нафиг. Фая. Инкан, студищ. Просто кинем в них вот это. Крипер, не надо! Ёбать! А с ними что не будет? Потому что он бронированный. Давайте мы вместе с вами убьем Луиса, ладно? Я даже вам помогу, давайте мы его убьем. Крипер, не надо! Смешно. И что мне делать? На нафиг, на нафиг. Да, меня убьют. Это самый хуй. Если у меня хотя были бы аптечки. Нафига ты мне кинул патроны, дурак? Не, а он мне кидал гранату, прикинь. Ха-ха, лошара. Он мне гранату. Что? Крипер! Ё-моё! Слишком много! Они на Луисе пошли! Ну, хорошо! Ну, не нафиг не нужны! О, их тут нет, слава богу! Ё-моё, что делать-то? На нафиг!
И кто меня цапнул, я не понял. Что за бред? Кто меня цапнул? Неудачник. Ну то, у меня не было жизни вообще-то. У меня жизни не было. Крипер, не надо. Ладно. Тебе это в Майнкрафте. Петрович. Ладно, это на туре, сложно. Я тоже подыхался. Я когда первый раз на профессиональном, так я не подыхал. Что сейчас тут произошло, я понимаю. Обосрался? Вообще, нафига так сделали? Ложил ее, блин. Опять заново надо покупать. Ты поставили, что я уже все купил. Просто чекпоинт. Ладно, короче, чтобы по 100 раз этого не делать, мы сейчас перезайдем. Это сколько мы там наиграли уже? Посмотрим. 16 минут, ёлка. Ну да ладно. Сейчас перезайдем в локацию, чтобы отсюда начать, чтобы ничего уже не покупать, чтобы все было куплено. Все, так, сейчас перезайдем. На эти моменты вырезать не буду. Так нечестно. Да, так попробуй. По дыханию нельзя вырезать. Так, ну ролики мы перемотаем. Все, эту фигню перематываем. Фигня. Так, быстренько сдвигаем шкаф. Берем патроны. Да, они так не говорят вообще-то. Ну, блин, да. Так, берем вот это. Уже хватит богатству стоить. Крипер, не надо. Несешь полный бред. Объединим. Берем этих дебилов здесь. Хватит! Ладно. Дурак, пошли. Мы идем куда-то платье и до свидания. Боже, не бьем. Те, кто поставит знак, те гомики беники пошли. Это не укладыш. О, дай мне слово, ты снимай. Зачем? Ну, на камеру. Чё ты ждёшь? Путина, что ли? Это Пикадилли. Погоди, Ты, блин, подыхай. Убила бы меня. Да, пусть опасно. Убила бы, я бы сам. Попери, сейчас на всех вот попери. На, нафиг. Во-первых, 90 тысяч сейчас на всех вот топили. Убили! Ну, надеюсь. Блин, тупорылый косой идиот. Если бы тут не появлялось много этих. Да, можно так сказать. А, я знаю, почему они тебя атакуют, Кирилл, за что пулёт не идти, когда пиратья не хочет проиграть, понятно? Давай! Пулёт не идти, когда пиратья, он не даётся, он не даст, когда пиратья. Давай, спасу тебя, МК Асилиум, я спас ГТ. Я спасу тебя, друг. На, нафиг. Так. Да блин, уже два вас плагаса. Какого нафиг фига? Ё-моё. Как делаем? Ой, окей ли он? Убил. Нет. Иди нафиг. А, я только смахнул. Ты какой? Иди ты. Убей. Нет, 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 нет.
траву мне дай, аптечек там. Какого ратника они уже подобрались сюда? Охренеть, как быстро. Блин. Ну просто пипец. Сейчас мы просто... так вот сделаем. Что еще можно с этими придурками сделать? На. Это, конечно, все очень интересно. Вон этих гондурасов убить. Да блин! Ё-моё, чуть не сдох. Ладно, не буду я его убивать, я его закрыл. Вот так и делать, да. Надеюсь. Они еще каждый с этой стороны подходят. На. Блин, ты дурак! Какие нафиг патроны пистолета? Что? Пошел ты туда, туда же иди. Да, вот туда же отправляйтесь. Не мешайтесь только. На нафиг. Где эти дебилы? О, опять эти придурки. Блин, опять эти хвала дебилов. Сбиваем эту фигню. Кто так близко-то? Гомосек! Ааа, нет меня! А ту ее, да! Да блин, что так сложно? Что так много-то? Ненавижу, когда так сложно. Нет, мне все равно. Это же сложно, мне даже все легко. Потому что я Степан ГТ. Знаете, почему я Степан ГТ? Потому что я озвучиваю его. Леона, то есть. Я играю... Леон озвучивает Степан ГТ, а я играю за Леона, получается, и играю за Степана ГТ. Наконец-то. А, озвучка представляет. Сука тупая! Пуля попала ему прямо в позвоночник. Вот тут это дерьмо поставил, на вот этот... Скотина! Две жертвы на завтрак, это уже не так уж и плохо. Садимся на мотоцикл и вперед. Блять! Так, мы вот пошли голову, услышали очередную озвучку такую ржачную. Наконец-то прошел, наконец-то. Со второго раза нормально. Так, мы сейчас сохраняемся. Так. Ладно, нажмем на паузу. Так, мы продолжаем. Мне звонили. Продолжаем, 2 часа, продолжаем. Так, все, давай, дальше. Итак, мы прошли этот дебильный момент со второго раза. Ну нормально нафиг, только дебилы что такие дебильные проходят с первого раза, которые задротят слишком долго. А мы нормальные люди, мы нормально прошли со второго раза. Итак, возьмем пистолет, перезарядим. Момент такой, конечно, сложный, но нормальный. Итак, в общем, сейчас мы сохраняемся, и на этом 9-я серия подходит к концу. В ней был Пашенди пацанючек, который сам, для которого я же и записываю. Ну да ладно. Стой, скучай. Да, вот. Всем пока. Теперь продавец уже стоит не здесь. Или здесь он стоит. А ты что, заканчиваешь? Да, я просто хочу проверить. Кто... А, он ушел, он туда телепортировался. Ушел. Он ушел от нас, он не продаст там никаких. Смотри, это будешь ты проходить два пути? Да. Это с этим троллем рекламе. Еще... Я сказал, мы вернулся. И еще два пацана с пилой, короче. Будешь проходить? Пацана, да? Какой? Это я считаю бабы. Ну вообще похуй. Я пацана не знаю. Ну будешь проходить, да? Нет. Да я шучу. Могу тебя вот. Нет. Да. Я не желаю тебя слушать. Так, прочитаем эту записку. Две дороги. Совсем недавно лорд Хаотикс. О, блин, то есть Садлер сообщил, что наши люди сбили американский военный вертолет. Теперь не должно быть никого внешнего вмешательства, никакого внешнего вмешательства. До тех пор, пока американское правительство не обнаружит, что кто же предатель, они не осмелятся на серьезные операции. Мы должны воспользоваться этим преимуществом во времени вернуть девчонку. Есть лишь два пути, по которым американцы могут уйти отсюда. Здесь мы и должны остановить их.
нужно максимально использовать наши силы, которых у них вообще в поминах не было. Одну дорогу будет перекрывать большая группа Ганада, другая будет находиться под охраной Эльф-гиганта. Мы можем быть абсолютно уверены, что они не сбегут от нас. Уверены, они друживые. Вот какую бы дорогу не выбрал агент, он не выберется отсюда живым. Скорее всего, вы оттуда живыми не выберетесь. По крайней мере, он не уйдет отсюда с девчонкой. Ну, может быть. Нет, я пошутил. Так, да ладно. Так, идем к этому тупому продавцу, тупорылому. Который постоянно одно и то же будет. И здорово, стринди! Так, продадим ему какой-нибудь бред. То есть я сохранил одну аптечку. Это рекорд. Так, что тут? Лекарства ему куплю. Да, все уже. Все, мы сохраняемся. И первый путь у нас будет какой? Для меня это Эльф-гиганты, потому что для меня, ну да, я всегда этот путь первым выбираю. Итак, ну это у нас была 9-я серия, она подошла к концу. Так, если почему я что держал за свою сиську? Ну да ладно, да пофиг. Ну это было на лицо. Так, смотрим на нее. Как ее, да, ну эти попки. Ладно, шучу. Неважно. В общем, это была 9-я серия. И увидимся в 10-й серии. И всем пока! Пока! Иди нафиг!